Я проснулся, я не проспал, но в то же время я поспал всего 3 часа, поэтому я просто не знаю, как я продержу весь остальной день. Прямо сейчас я направляюсь к одному крану, который стоит совсем недалеко от моего дома. Туда крайне легко залезть. И пускай даже так, я все равно хочу это сделать. Ну и в конце концов, я надеюсь, что люди в Хорватии просыпаются не так рано, чтобы успеть спалить меня на кране, потому что рассвет здесь в 5:20. И вообще, надеюсь, все пройдет, как всегда, успешно. Меньше слов, больше дела. Погнали! Да, кстати, это даже не самый сложный залаз в мире, а потому что кран тупо стоит вот посередине улицы. То есть вот идет улица, вон там идет улица, вот здесь стройка, вот за этим забором, вот там. А кран стоит просто здесь. Тут даже забора нет нормального. Не такой уж он, кстати, высокий. Ну, может, этажей каких? 7, 6. Но все равно надо залезть, чисто ради галочки. До конца стрелы и слезть успешно. Да и все. Солнце почему, кстати, за горизонта. И я думаю, уже пора уходить со стрелы как минимум. И вообще словить с крана, потому что мне тут больше делать, видимо, нечего. Что еще сказать в заключение? После вот такого обычно начинаешь очень ценить вот такие вот ранние подъемы. Я в другой стране, я залез на кран. Мне это очень нравится, да, реально. Но несмотря на все, это очень-очень опасно. Не повторяйте такого нигде, ни с кем. Ладно, солнце уже достаточно высоко встало над горизонтом, люди начинают просыпаться, ездят машины, кто-то поливает свой газон. И я думаю, уже самое-самое время смываться отсюда. В
Вроде как там что-то написано про то, что нельзя лазить на хорватском, но я все равно ничего не понимаю. Изи. Съезжаем из наших номеров. Whoa.